Актобе посетила посол Чешской Республики в Казахстане Элишка Жигова. Два жителя Южного Казахстана скончались от бешенства. В Караганде на продажу героина попался сотрудник отдела по борьбе с наркотиками. Актобе посетила посол Чешской Республики в Казахстане Элишка Жигова. Цель визита – налаживание торгово-экономических отношений между странами. Глава региона отметил, что Чехия входит в число стран, с которыми у Казахстана имеются тесные торгово-экономические отношения. Так, например, товарооборот между странами в 2014 году составил более 1 миллиарда тенге. С каждым годом эта цифра непременно должна расти, отметили обе стороны. Помимо этого было отмечено, что в нашей области планируется создание медицинского кластера. Для этого у нас есть все условия. Это современные медицинские учреждения, онкологический центр, областная больница, медицинский университет, который ведет подготовку высококвалифицированных кадров. Мы сейчас неплохо наладили контакт Южной Кореи с нашими турецкими коллегами. Впервые в Казахстане мы в Актюбинске на базе нашей больницы скорой помощи создаем совместные медицинские учреждения с нашими турецкими коллегами. То есть здесь тоже у нас будет предложение вашим специалистам, чтобы могли. И, конечно, в области образования мы знаем, что сколько казахстанских студентов обучается в учебных заведениях Чехии. Хотелось бы здесь тоже направить наших молодых людей, чтобы они там получили соответствующие знания. Как отметил аким Актюбинской области, в ближайшем будущем в нашей области планируется развитие хоккея. Этот вид спорта развит в Чехии. В Казахстане хоккей активно развивается в Алматы, в Астане и в Восточном Казахстане. У нас, в свою очередь, в скором времени появится ледовый дворец. Уже сейчас чешские компании поставляют в наш регион специальное оборудование для строительства. Строительство объектов будет проводиться на основе государственно-частного партнерства. Взаимоотношения между Чехией и нашей областью выгодны как для чешских предприятий, так и для нашего региона. Это поможет нам в развитии автомобилестроения, производства стеклотары, очистительных сооружений воды. На нас вышли уже два предпринимателя из вашей области. Да, это строительная фирма «Контакт». И дальше здесь есть один проект, который от нас просит помочь в строительстве завода комбикормов и производства премиксов. Да. Мы уже видим потенциал, мы уже сделали первые переговоры с фирмой «Контакт», мы уже встретились в Праге, уже есть с чего то начинать. Да? И очень нам в этом помог господин Джаманкулов, который уже практически и подготовил, и помог нам заорганизовать сегодняшнюю встречу. На сегодняшний день в Восточном Казахстане активно ведется сотрудничество с Чехией в области автомобилестроения. В нашей стране выпускается авто марки «Шкода». Казахстан на сегодняшний день занимает выгодное положение. Бизнесмены Чехии заинтересованы в тесном сотрудничестве между их страной и нашим регионом. Это касается сферы строительства, образования и медицины. У нас большой интерес к Казахстану. Тоже поэтому, честно сказать, как глобальная ситуация развивается. Наши бизнесмены работали на Востоке, в Украине, в России. Теперь там ситуация в Украине, мы знаем, не совсем стабильная. Евросоюз имеет санкции на Россию. Так они очень заинтересовались теперь перенести бизнес в другие страны, в Среднюю Азию. Увидели потенциал. И, конечно, если мы говорим о Средней Азии, это более всего Казахстан. Считается, что на сегодняшний день объем товарооборота между Казахстаном и Чехией небольшой. В будущем планируется увеличить объем товарооборота между странами. Два жителя Южного Казахстана скончались от бешенства. Обе смерти наступили в результате укуса собак. В области сохраняется неблагополучная эпизоотическая ситуация среди животных. Только за прошлый год за помощью в медицинские учреждения с жалобами обратилось более 15 тысяч человек. Бешенством оказались больные собаки, шакалы, кошки и крупный рогатый скот. 39-летняя женщина из Кентау и 58-летний мужчина из Казагуртского района попали в больницу в крайне тяжелом состоянии. Спасти их было уже невозможно. В обоих случаях пострадавшие поздно обратились за помощью к специалистам.
текущем году эпидемиологическая ситуация по бешенству остается напряженной. Среди жителей области в городе Кентау и Казгурском районе зарегистрировано 2 случая заболевания бешенством, в результате чего больные умерли. В случае, зарегистрированном в городе Кентау, пострадавшая была укушена неизвестной собакой, а в Казгурском районе – своей собакой. Однако, в связи с тем, что больные не обращались за медицинской помощью, смертельные случаи предупредить не удалось. В очагах бешенства были проведены противоэпидемические мероприятия. Ежедневно в Шымкентский центр амбулаторной хирургии и травматологии с жалобами на укусы животных обращаются более 20 человек. Обострение эпидемической ситуации специалисты связывают с огромным количеством зараженных животных. Из исследованных на бешенство 194 проб патологического материала в 12 случаях был получен положительный результат. В Сарыгашском районе собака 1, шакал 1. В Казгурском районе КРС 1, собака 1. В Эндекшинском районе города Шымкент собака 2. В Отрарском, Сайрамском, Тулебийском районах и в городе Кентау, Туркестан собак по 1. В Ордо-Басинском районе кошек 1. Специалисты в который раз предупреждают, избежать летальных случаев можно. Бешенство не приговор. Все, что для этого надо, немедленно обратиться к врачу. Дожидаться первых признаков заболевания категорически нельзя. Дело в том, что инкубационный период может длиться в среднем от 10 дней до 1 года. Человек в тот же момент, как повреждается или получает травму от животных, в тот же момент надо делать вакцинацию противобешенства. А если когда вот выявляются первые симптомы болезни бешенства, уже эта вакцина не помогает. Всего с начала года с жалобами на укусы животных в Шымкентский центр амбулаторной хирургии и травматологии обратились 600 человек. Все они успели обратиться к врачам вовремя. К слову, в прошлом году специалисты ЦАХа сделали вакцину более 16 тысяч раз. В Караганде на продажу героина попался сотрудник отдела по борьбе с наркотиками. 26-летний Ибрай Тюлюбаев задержан при избытии дозы наркозависимому лицу. Дело рассматривается в специализированном межрайонном суде Караганды. Сейчас полицейского уволили из органов. По неофициальной версии, бывший сотрудник Абайского ОВД попался при продаже героина. Его подозревают в незаконном обороте наркотических средств, связанным со сбытом. Также на момент задержания он был действующим сотрудником полиции и тем самым злоупотребил своим служебным положением. Если его вина будет доказана, Тюлюбаеву грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Практически каждое дело, рассмотренное в нашем суде, вызывает общественный резонанс. Аналогичных дел не становится меньше. Судья также рассказал об осужденных сотрудниках шахтинского ОВД. Они покровительствовали наркосбытчице Картоевой на протяжении 2 лет. 4 оперуполномоченных отдела по борьбе с наркобизнесом приговорили к 17 и 16 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В народе как говорят, сколько веревочки не виться, все равно конец будет. Да? Точно так же и Картоева была задержана, аналогично, привлечена к уголовной ответственности, осуждена. И Таманов и Мехтиев осуждены к 17 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а Канонников и Агайдаров осуждены к 16 годам.